Я Наташина подружка. Наши детки ходили вместе в школу, вместе дружат, общаются. И, соответственно, и мы с Наташей, мы были в родительском комитете. То есть мы ответственные девочки и ответственные мамы. То есть мы дорожим не только своими детьми, но мы дорожим и нашей дружбой. Наша дружба, как говорится, измеряется не годами, а измеряется поступками. Уйдите, пожалуйста, Наталья Борисовна. Кто там уши греет? Главный секрет женской дружбы. Женская дружба – это доверие, конечно, понимание и любовь. Любовь не между мужчиной и женщиной, да, а между девочками, которые могут в любой момент позвонить, поплакаться, порадоваться, поделиться каким-то секретом, но не интимным. Я еще раз напоминаю, дубль два. Вот, поэтому Наташа такой человек, который позвонит в любое время. Я ей всегда говорю, что 24/7 я всегда у тебя. То есть, и, конечно, очень хочется этого человечка все время радовать, поэтому я радую ее своими экстремальными, как говорится, и выходками, и своими появлениями неожиданными. Поздравления молодым. Ребята, от всей души хочу вас поздравить с таким днем. Сегодня, как говорится, небесная канцелярия вам дала все, как говорится, и спрятала от нас от всех тучки, как говорится. Мы все красивые, нарядные, никто не под зонтиком, как говорится. И вам, ну, как говорится, семейного долголетия, успехов в ваших начинаниях, сбытия как бы вашей мечты, да, пусть она поменяется, там будет колхоз у вас или совхоз, неважно. Самое главное, что любите друг друга, уважайте и доверяйте. Без доверия, я думаю, что вряд ли что получится. Искренне ваша Ксюша. Как настроение? Замечательное. Потрясающе. Вот не передать словами, до сих пор не верится, что это вот свершилось наконец, ведь мама так долго этого ждала. Твоя реакция, когда мама сказала: «Я выхожу замуж»? Искренне порадовалась, я начала плакать, вот. Это для меня дорогого стоит, чтобы мама так была счастлива. Пожелание? Чтобы любили друг друга, Руслан с мамой, оберегали, заботились. И главное – здоровье. Это очень важно, чтобы вторую половину у своей жизни прожили вот прям вот крепко, достоинством. От души поздравляю, желаю всего-всего самого-самого, самого-самого-самого. Остальное придется запикать. Люблю, целую. Молодых. Вы, кстати, не брат с сестрой, вы так похожи друг на дружку. Правда? Да, да. Возможно. Схожие есть, да. Все, все возможно. Сестра, да. Брат, и да? Мы должны сейчас танцевать, как в индийском да? фильме. У вас в глазах читается взгляд, чего от меня хочет этот мужик. Ну, есть такой момент, и чего от меня хочет этот мужик. А вы не догадываетесь? Нет. Интрига сохраняется. Интересного пожелания. Самого оригинального. Самого оригинального? Ну, если самого оригинального, тогда самого простого. Терпение молодым. Желаю, чтобы этот прекрасный день был всегда таким же прекрасным, как сейчас. Я, конечно, сказала тавтологию, но я думаю, это будет очень приятно слышать. Всегда хочу, чтобы были такие прекрасные улыбки, настроение, всегда вот по жизни, чтобы всегда было все хорошо. Вот, наверное, это пока все. Все, что я могу сказать. Что интересно должно быть в новой семье? Взаимопонимание, доверие. Помощь друг другу и любовь. Это самое важное. Сильные чувства и любовь. Самое яркое пожелание. И поздравления. Счастья, любви, здоровья, тепла душевного, взаимопонимания, взаимоподдержки, рука об руку по жизни, долгих счастливых лет. Какой самый главный секрет счастливой семьи? Доверять, любить, ценить, поддерживать, понимать, прощать. А удивлять? Обязательно. И чтобы в жизни всегда присутствовала романтика. Секрет счастливой семьи от Анны. Но я считаю, что не должно быть, да, никаких секретов друг от друга. Уважение, благодарность друг другу. Ну и, конечно, любить друг друга. Для вас свадьба лучшей подруги. Что за праздник? Ну, для меня это, конечно, очень такое вот событие, которое я вообще даже не ожидала, что случится. Поэтому я была очень удивлена и в то же время очень такая обрадована.
Ну, я рада, что вот такое событие случилось. Хотя, честно говоря, не ожидала, что до такого события дойдет, что до свадьбы. Пожелание самое неожиданное от вас. Ну, хотелось бы, чтобы Руслан любил Наталью до конца дней своих и Натальи, чтобы не обижал. Все-таки Наталья человек такой лучезарный, радостный. И хотелось, чтобы вот Руслан все-таки ее поддерживал, ни в чем ее вот не огорчал. И только был, да, поддержкой, опорой во всем. Ну и Наталья, конечно, тоже для Руслана с ее стороны, да, тоже так же была поддержкой и опорой. Наташка счастлива, я рада видеть ее прекрасные, счастливые глазки и ее возлюбленного, прекрасного уже теперь с сегодняшнего дня мужа. В общем, все здорово. Насколько этот праздник лично ваш? Я прям разделяю, я чувствую себя прямо вообще-вообще, и мне комфортно, я получаю удовольствие, и я рада, и я ей уже много раз говорила про это, что я очень счастлива, что жизнь свела, и я познакомилась с таким прекрасным человечком. Наташка, идите сюда к нам, идите к нам. Это мы о тебе, о тебе. И вы можете тоже подойти. Подходите. Да, подходите, мой красивый, дорогой человечек. Счастливый. Я прям, я ей говорю, я тут пою дифирамбы в вашу честь. Приятно. Насколько все прекрасно, правда прекрасно. От души, от души. Спасибо. Да, да, так оно и есть, честно. Ни грамма лицемерия, вот прямо как это. Вы куда ушли? Вы что, тут еще вопросики будут задавать, да? А мы не очень-то и смущаемся. Мы просто благодарны, что мы присутствуем на этом празднике жизни. Чистого, простого человеческого счастья, чтобы вам было хорошо, чтобы дети твои, Наташка, обрели также свое женское счастье, чтобы у тебя сердечко было спокойно, материнское сердечко. И, ну, и наслаждаться дальше, жить в любви и счастье. И не забывать нас приглашать в баньку. Это важно. Это важно. Ну, не то, сколько важно, но хочется общаться. А ладно, это важно. Это важно, это важно. Попариться, да. Да.